Капитальный ремонт здания начали после того, как жители Рассвета обратились к главе курорта со своей проблемой. Дом культуры находился в плачевном состоянии. Сергей Сергеев обещание помочь держал. Первым делом был выполнен внутренний ремонт. Преобразился просторный зрительный зал, библиотека, костюмерная. Капитального ремонта давным-давно не было сделано, но там были разбиты и потолки, и стены, и полы, и как бы вид был, ну понятно, если долго нет ремонта. И вот благодаря настойчивости мэра и его контроль нам теперь вот закончили полностью ремонт Дома культуры, который соответствует, я считаю, европейским стандартам. Если кто бы видел раньше состояние этого Дома культуры и сейчас, вы бы убедились в большой разнице. Сейчас завершаются отделочные работы фасада. Здание утеплили, покрыли короедом, остались последние штрихи. Отделка цоколя плиткой и навести лоск. Причем даже маленькие ребятишки охотно помогают. Дом культуры в Рассвете никогда не пустует. Здесь собирается молодежь и люди старшего поколения. Пообщаться, в лото поиграть. Обещают вокруг здания разбить цветник. Обновленное здание для селян стало настоящей гордостью.